этого года предусматривается применение комплексного подхода поддержки малообеспеченным семьям и усиление адресности мер социальной поддержки. Во-первых, это введение государственного пособия всем многодетным семьям, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей, или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Во-вторых, будет ежеквартальное назначение адресной социальной помощи для всех членов малообеспеченных семей. В-третьих, обеспечение государством гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей. Детям из числа семей, являющихся получателями адресной социальной помощи, будет предоставляться гарантированный социальный пакет. От 1 года до 6 лет предоставляется детское питание, которое будет выдаваться один раз в месяц, пока семья будет получать адресную социальную помощь. Гигиенические средства будут выдаваться один раз в квартал. Детям в возрасте от 6 до 18 лет при назначении адресной социальной помощи будет предоставляться горячее питание, проезд в городском транспорте и один раз в год школьная форма и канцелярские принадлежности в период учебного года. С 1 января вводится государственное пособие многодетным семьям, которые имеют 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей до 18 лет и после достижения 18-летия с подтверждением обучения по очной форме. Размер государственного пособия многодетным семьям дифференцирован в зависимости от количества детей с нарастанием. Например, если в семье 4 детей, то размер пособия будет составлять 42 496 тенге. И далее будет увеличиваться в зависимости от количества детей. Максимальная сумма на 7 и более детей составляет 74 388 тенге. Данное пособие не зависит от доходов семьи. Семьи, которым пособие было назначено до 1 января 2018 года, переход на новый вид пособия осуществлен в автоматическом режиме. Данные семьи подают заявление только в случае изменения количества детей, то есть если родились дети после января 2018 года. Если в 2019 году в семье было 3 детей и родился 4 ребенок, то одновременно вместе с заявлением на назначение пособия по рождению ребенка и по уходу за ребенком до 1 года также необходимо обратиться в Центр обслуживания населения для получения государственного пособия многодетным семьям. По новой модели с 1 января 2020 года адресная социальная помощь будет выплачиваться всем членам малообеспеченной семьи, в том числе и многодетным, как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности. Черта бедности установлена в размере 70% от прожиточного минимума, и по Акмолинской области за первый квартал 2020 года составляет 20 352 тенге. Например, для расчета адресной социальной помощи в первом квартале текущего года по городу Степногорску необходимо от среднедушевого дохода семьи за четвертый квартал отнять 20 352 тенге. Эта разница и будет оплачиваться в виде адресной социальной помощи. К сожалению, имелись негативные факты, когда люди скрывали доходы. В связи с этим Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан были разработаны новые подходы в оказании адресной социальной помощи. С 2020 года адресная социальная помощь будет назначаться на 3 месяца и выплачиваться ежемесячно или единовременно за квартал. Ранее она назначалась на 6 месяцев и на 12 месяцев. При расчете совокупного дохода семьи будут учитываться не только супруги, но и лица, не состоящие в официальном браке. Если трудоспособный член семьи отказывается от трудоустройства и предложенных активных мер занятости, то адресная социальная помощь не будет назначаться всей семье. Если трудоспособный член семьи устроился на работу, но позже уволился, то семья также лишится адресной социальной помощи и претендовать повторно, к сожалению, может только по истечении 6 месяцев.
Трудоспособный получатель адресной социальной помощи может самостоятельно трудоустроиться, либо Центр занятости населения будет предлагать работу по их квалификации. Также Центр занятости может предложить обучение, безвозмездные государственные гранты и микрокредиты для открытия собственного дела. Порядок оформления адресной социальной помощи не меняется. Для назначения пособия необходимо обратиться в Центр занятости населения города Степногорска, который находится в здании Акимата, блок Б, кабинет 16. Жителям же сельской местности необходимо обратиться к акиму поселка или села, приложив копию удостоверения личности, иметь постоянную или временную регистрацию по месту проживания. В течение 7 рабочих дней после подачи заявления домой к заявителю приезжает участковая комиссия, которая проводит обследование материального положения семьи. Только после этого принимается решение о назначении адресной социальной помощи либо отказе.